Что случилось-то? Да ничего. Пив бьем вот пацанами. А что, нельзя? Да не, не, что случилось-то? Да пьем вот. Не, просто я смотрю, здесь что-то это... Да это я вот. По высоту, все, я пьяный, здоровый человек. Парни, вы только не шумите мусорам, пожалуйста, ладно? А что случилось-то? Да вот пью. Человека что сбили? Это человек. Да. Человек. Человека сбили? Малый, короче, напротив ОМОНа. Ты подъедь сюда. Сам. Ну, короче, меня сажают. Чё ты на колени встал? А? Вставай. Вставай. Ты понимаешь? Нет, сейчас замерзнешь, заболеешь. Ну, тебе надо... Ты че? А? Что случилось-то? Да ничего. Пив бьем вот пацанами. А что, нельзя? Да не, не, что случилось-то? Да пьем вот. Не, просто я смотрю, здесь что-то это... Да это я, повысыпал, все, я пьяный, здоровый человек. Парни, вы только не шумите мусорам, пожалуйста, ладно? А что случилось-то? Да вот пью. Человека что сбили? Как он, человек? Да. Человек. Человека сбили? Что, сбили, не? Он к ним едет. Ауди белая. По направо повернул. Направо поворачивает. Во дворы. Езжай давай. Езжай за ним, за ним езжай. Че, сбил? Да. А вы что, вдвоем были, да? Да мы шли вот по дороге. Стойте здесь, стойте. Скорую вызови, 112 набери. Там ничего у тебя такого, то что тебе там... Да нет, там... Шапка там. На, шапку. Пошли, да, потихонечку. Давай, тогда бери его под руку. Игорёк, давай. 112 набрал? Побили, всё. Расскажи, как вообще было это дело? Да просто, блядь, реально переходили. Вы переходили дорогу просто, да? Да, въехал и поехал дальше. Ну что, хорошо, хоть голову не задел, блядь. Зара. Вон, меня кто сажал на маршрут. Понял. Ага, понял. Ну катайся, смотри этого рода. Ты номер не помнишь, какой у него? 82. Ага, все, отлично. Все, давай. Все, я звоню. Ты сейчас ничего не трогай, сейчас приедет скорая. Понял? Не волнуйся. Я сам врач. Я тоже знаю, что это есть. Ай, блядь. Не, сейчас погоди, сейчас приедет скорая, сейчас вот как надо. Сейчас вот как раз подъедет. Андрей! О, стой!
ХАА-817 только что проехал. Поехали, Данил. АА-817, это он поехал. Прыгай ко мне. Дай. Сейчас, давай. Он короче, мы едем. Он неадекватный, раз он опять на это же место. Давай. Он это не знает, где он вообще. Он остановился. Стартует. Так, он едет, короче. Чего? Смотри. Короче, он едет из-за трошки. Едет по вот этой дороге. Где я тебе говорю, мы его преследуем. Он едет вообще неадекватно. В сторону. Он сейчас, может, еще рубанется куда-нибудь. В сторону вагона ремонтного завода. Из-за трошки. Ё-моё, что-то он... Не, 871 я говорил, да, номер? Сейчас, надо его чуть-чуть. Тихо. 817 ХА. Он прямо едет, не вагон ремонта, а прямо. Не повернул. В сторону водохранилища. В сторону водохранилища мы едем. Вот он куда-то подъехал на площадку. Сейчас, стой. На, держи. Сейчас снимай. Сейчас. Где эта падла ручка? Ты его сможешь один из ключок? Снимай все. Так, сейчас погоди. Сейчас. Я тебе сейчас отдам. Ключи, что ты говоришь? Сядь. Слышишь, что я говорю? Я тебе сейчас отдам. Короче, мы мы на Калининградское в конец как ехать от же отружки, вот и в конец как сюда, как вот поворотная налево. И в конце на водохран. Что за дерьмо? Скажи, командир, а это что? Боже, что это говорит? Короче... Такие последствия от сбитого человека.
есть смысл дождаться. Кого? Ну, полиции. Полиции. Да, 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 да. Ну а в чем? Я-то в чем? Если в чем? Ну смотри, ты управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, первое. Второе, ты сбил человека, правильно? Я сбил человека. Скрылся с места ДТП. Я не сбивал никого. Как не сбивал? Он говорит, что ты сбил, мы на месте видели, что по факту было... Ты не сбивал никого, ты что, ты командир? Как, ну, как что такое ты? Может быть? Ну, прав, ну, я сбил. Не видел, ты хочешь сказать, что ты сбил я человека. Я не сбивал никого. Тебе, может, показалось? Нет. Нет. Давай, знаешь, как мы сделаем? Ты отдыхать, пока будешь ждать сотрудника полиции, вот сюда, присядь в автомобиль. Нет. Хорошо? Хорошо, сейчас покурить. Хорошо. Вас как зовут? Вадим. Вадим. А вас как зовут? Андрей меня зовут. Тезка, кстати, да. Я кого-то сбил? Ты? Да. Вы считаете? Ну да. Что я кого-то сбил? Ну, как бы я... А я считаю, что... Давайте, мы не будем сейчас вот этим заниматься. Сейчас придет сотрудник полиции. Не будут разбираться в этом. А почему? Считаете, что я сбил? То, что я сбил. Мы вас обнаружили на месте ДТП. После чего вы скрылись? А-а-а. Но вы скрылись на месте ДТП? Как сядь, понятно, сейчас, случай решили. Вас как зовут? Александр, да? Вадим. Вадим, да. А вот что не носит? Юрьевич. Одну секунду. Алло? Да. Алло, Максим, тут, говорит, я человека сбил. Знает, какой-то. Вот. Да, вот тут говорят, раз, два. Подъезжай сюда, давай, к Мамону. Максим, быстрее. Первое. Ну что, второе ждем. Сейчас. Сейчас и второй, и третий будет. Не-не-не. Ты просто зря так. Я никого не сбивал. Ты зря так. Так. Я не ухожу никуда, что. Все, что просто никаких действий от вас не поступило. Сейчас будет действовать тебе. Хорошо. Лифт еще быстрее сюда проведу. Ну что, парни? Давай. Хорош. Ну что вам нужно? Хорош? От меня все нужно. Говори. Нам что? От тебя? Что? Да. Нам от тебя ничего не нужно. Я не езжу по нашим дорогам. Я пойду пешком, еду домой. Ты лучше езжай, давай. Супер, ты что, парни, ну хорош. Все, голову не забивай ни себе, ни нам. Ну, ты понимаешь? Ты меня сейчас убьешь. У меня ребенок дома. У меня тоже ребенок дома. Я давай брошу машину. Пойду пешком, пизда, пизда. У меня тоже забирай ребенок машину. Дома. Да мне она не нужна, твоя машина. Отпусти меня, пожалуйста, брат. Послушай, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не проси меня ни о чем. Я тебя прошу, пожалуйста, не проси меня ни о чем. Хорошо? Не надо меня просить. Ты меня кинешь, я знаю. Я ну, пожалуйста. Не буду кидать, потому что мне нечего тебе кидать. Зачем мне тебя кидать? Брат. Просто то, что ты сделал, это неправильно, ты понимаешь? Ну, я никого не сбивал. Я не сбивал никого. Вот это я скажи отвечаю. Мне, пойди сюда, вот это скажи мне. Откуда у тебя вот это... Вот это что это у тебя на стекле? Да. Это то, что я ударился об дерево. Об какое дерево? У нас в Атрошке. Об дерево? Вот это да. Ударился об дерево, да? Да, и вот двери тоже мета. Ага. Вот. А как вот. Ты так ударился об дерево? Ну, вот так вот. Аккуратно. Присядь, пожалуйста, а то упадешь, что не дай бог. Я не упаду. Там просто грязь залепана. Ну, пожалуйста, отпусти меня. Куда я тебя отпущу-то, ты мне скажи? Отпусти, пожалуйста. Как я тебя куда отпущу? Я тебя прошу, пожалуйста, отпусти меня. Куда я могу отпустить? Я никогда в жизни больше ничего не сделаю. Я нахуй брошу машину, я продам нахуй. Да не нужно мне ничего. Я не полез никуда. У меня нет ни денег, ни хуя. У меня сын дома. Да и жена. Я еблан просто. Я сам еблан. Вот ёбни мне волосы. Да зачем мне тебя бить? Успокойся. Не, забирай машину. Сядь в машину, расслабься, успокойся. Не нужна она мне. Ну, пожалуйста, брат, отпусти да меня. Да ничем, я тебя ничем не держу, ничего. У тебя, ну, брат, понимаешь, ну, пожалуйста. Есть с твоей стороны правонарушение, серьезный проступок. Понимаешь? Я понимаю. Ты должен понести ответственность. Мне не нужно ничего, пожалуйста, помоги да, мне. Мы сделаем так, вот есть с точки зрения закона, ты должен понести ответственность. Ты ее понесешь, и все. Пожалуйста, мне помоги. Это все твои слова, я понимаю. Я отвечаю, я забирай машину. Помог. Да не нужна мне твоя машина. Мне ничего ничего не нужно. Мне ничто мне не тоже нужно. Ничего не нужно. Зачем мне? Ладно. Сейчас будет нужно. Серёга, я ж тебя просил, Серёга. Помоги мне, братуха. Серёга. Ты же Серёга. Нет, ты не Серёга. Я Вадим. Да. Ну ладно. Так. Вот скажи, кто тебя вынудил так? Поступить вообще? Никто. Но
кого ты должен винить? Я сам виноват. Только самого себя. Убей меня. А за свои поступки нужно нести ответственность. Ты взрослый человек. Давай. Ты взрослый человек. У тебя семья. Да. Ты должен нести ответственность. Давай. Правильно? Как и я несу за все свои действия, за все свои поступки ответственность. Максим, меня, короче, посадить хотят. Понял? Парень тут стоит, короче, меня хочет посадить в тюрьму. Малый, короче, напротив мамона. Ты подъедь сюда. Сам. Ну, короче, меня сажают. Вот, Мауза сажает меня. Да вот, как вас зовут? Вадим. Вадим его зовут. А что за мероприятие-то такое, что ты сегодня выпил-то? Да, у меня у сына сегодня 2 года. О, вот так вот ты. Да ладно. Че, парни? Ну, умру он так, умру, че? Я ты не умрешь? За свои слова отвечу. Умереть так умру. Чё? Ну тебе-то что, ты никуда не умрешь. Что ты ерундой говоришь? Нет, ты это. Встань, что ты на колени-то встал? Вставай, ты что? Вставай, ты тут грязно. Вставай. Что ты на колени встал? А? Вставай. Ты понимаешь? Нет, сейчас замерзнешь. Заболеешь, оно тебе надо. Ты, блядь. А чё? А? Ну-ка, вставай. Опа. Слышь? Ну-ка, встань. Слышь, чё у меня? Вставай. Так. О, ты чё, заснул, что ли? Алло? Вы на всякий случай скорую тут вызовите его. Что-то он тут решил попридуряться, то ли не знаю. Скорую вызовите? Да, вот сюда на это место. Мы сейчас подъедем, мы уже возле этой Калининграда. Давайте. Подъедем, мы сами посмотрим. Ну потому что он тут что-то прилег, лежит, отдыхает. На асфальте грязный. Вы били его, что ли, что? Нет, вы что? Давайте. Это охренеть, конечно. Вот это ты даешь. А? Ты что, поспать решил? Я вообще. Осторожно. Бежит. Это вообще. Он спит, оказывается. Да он на колени встал, мне тут прощения, а потом падает и спит. Я думал, может, что с ним не так, а смотрю, храпит. Так, а машина куда это его? Вот это его, ключи от машины вот они. Сейчас отдаю его, держите. Потому что он хотел... Где, что? У него все. Он сбил там человека, скорая сейчас приедет. Сбил человека? Да, он сбил человека. Кто сбил человека? Вот. Встал. Вот они все. Бам-бам-бам. Там место ДТП сейчас можно показать. Человека сбили? Ну, слава богу, не насмерть все у него. Сейчас ногой там. Ну, в общем, его на стол посадили. Ну, он меня, честно говоря, перепугал, когда он упал. Смотрю, пульс вроде нормально прощупывает. Да ездился? Да ездился? Где какой? Где фонарь? Где фонарь? Где фонарь? Солнце, пизда. 0,9, 0,25. Все, держим. 1,328. 1,328. Решение прав. На сколько? На 20 лет, да? Да это 30. Я живой. Живой. Ты живи, ты живой. Я живой. Зачем вот только валяешь? Тебе только сейчас принесли. Все же, все. Я отвечаю. Не знаю, что ты живой. Не, Извини, пожалуйста.
Новый год в нашу. Может, вместе. Пойдем, говорит, увели. О. Смотри. Я не буду управлять. Не надо. Вы сами не надо. Можете. Я все я могу. Все под контролем. Сел. Гражданин у нас. Все, в отделение розыска. В отделение розыска. Можно закрыть дверь? Нет. Я замерз. Ничего страшного. Андрюх, Синай-2 адрес, Андрюх! Да? Синай-2, вот он, дом. Так, поехали. Что-то за мной поехали. Да. Да-да-да-да-да. Опа-да. У них, слышь, они даже баклажку не забрали. Всем боком. Они ничего даже не забрали. Он оттуда ехал. А пешеход где был? Пешеход вот здесь. Он, получается, он видно переходил. Он взлетел. Видимо. Машина вот здесь стояла. Вот как раз часть зеркала, вот она. То есть все здесь осколки. Там еще было еще. Кожа где-то был здесь, да. Тоже белый. Вы были, пешеход тут был, да? Да, оба пешехода. Они оба выпившие. Твое мнение очень важно для нас. Не будь равнодушным. Комментируй. Ставь лайк. Подписывайся на канал.